В Сургуте торжественно открыли новый кампус школы 21. Это место, где каждый абсолютно с нуля и бесплатно может обучиться языкам программирования и получить востребованную профессию в IT-отрасли. Новый кампус в Сургуте – это совместный проект Сбера и правительства округа. Около 500 заявок поступило сюда задолго до начала открытия. Первые студенты уже прошли интенсив продолжительностью примерно месяц. В это время они выполняли задания от легких к сложным, начиная от простых программ на языках программирования, изучаемых в школе, заканчивая разработкой игры в пинг-понг. На обучение в сургутский кампус приезжали жители Тюмени, Омска, Челябинска, Санкт-Петербурга и даже Нагорного Карабаха. Это первая и пока единственная школа 21 в Уральском федеральном округе. Подобные есть только в Москве, Казани и Новосибирске. Отличительная особенность югорского филиала в том, что он уже успел стать самым женским. Если в остальных школах около 30% представительниц прекрасного пола, то в Сургуте их 35%. Здесь своя система обучения, где студенты учатся работать в команде и получают знания сразу на практике. Ваша школа поставила рекорд еще с момента задумки и принятия решения о создании до открытия дверей. С Натальей Владимировной только поговорили, тут же было найдено здание, рекордные сроки был сделан ремонт, и вот сейчас я прошел по всей школе, я должен сказать, что качество ремонта, оно соответствует самым высоким стандартам. Я успел поработать журналистом на телевидении, я успел поработать и работаю сейчас энергетиком на электростанции. Пришел сюда я просто абсолютнейшим нулем, я не понимал, что такое программирование, я не знал, что такое кодить, я ни разу в жизни не садился покодить на языке C. Пришел я сюда, потому что мне постоянно интересно что-то новое. И когда мир идет прям быстрыми шагами, вот, развиваясь, эти новые направления, они тебя прям заинтересовывают. В Ханты-Мансийске отметят День вороны. Эта птица в традиционной культуре коренных народов Севера является вестником весны. Согласно поверьям, именно она своим карканьем пробуждает природу. Поэтому в честь вороны Ханты-Манси устраивают целый праздник. Так, уже в 26-й раз обряд угощения пройдет в этнографическом музее Торума. 7 апреля участников ждут тематические мастер-классы и конкурсы этностарты и выступления артистов театра обско-угорских народов солнца. В Югре мишки начали выбираться из своих берлог. Об этом сообщает окружной природнадзор. Пробуждению медведей способствовала ранняя весна. Уже в марте при патрулировании лесов и обследовании охотничьих угодий в природном парке Кандинские озера был зафиксирован факт пробуждения косолапого. В природнадзоре рассказали, как ведут себя медведи после спячки. Они вылезают из укрытия, осматриваются. Первые пару недель не слишком активны. Далеко от берлоги не отходят. Едят прошлогоднюю сухую траву и тушки погибших зимой животных. Югорчанам специалисты природнадзора рекомендуют ознакомиться с памяткой с правилами поведения при встрече с медведем.